С 2015 года Всемирная организация здравоохранения начала регулярно составлять список из примерно 10 наиболее опасных заболеваний, которые теоретически могут вызвать пандемию с огромным количеством жертв во всем мире. Традиционно в этот список входят очень заразные и крайне опасные заболевания, в том числе вызванные вирусами Эбола и Зика, атипичная пневмония, а также другие инфекционные болезни с очень высоким процентом летальных исходов. В 2018 году в список включили так называемую болезнь X – абстрактное заболевание, вызванное неизвестным человечеству микроорганизмом, который потенциально способен привести к катастрофической эпидемии международного масштаба. В связи с этим исследователи из Йельского университета в США недавно опубликовали исследование, в котором рассматривается одна из многих проблем, возникших во время пандемии COVID-19 – как справиться с переполненностью больниц. Поскольку количество больничных коек строго ограничено, лучше всего знать заранее о том, насколько опасно будет заболевание и как будет протекать его распространение. Их эпидемическая модель использует платформу на базе искусственного интеллекта для сортировки пациентов, предсказывая, насколько серьезной будет болезнь и как долго они могут провести в больнице. Проект основан на клинических и метаболических биомаркерах, которые, как они обнаружили, помогают определить, как будет прогрессировать заболевание. Там много аспектов на самом деле, и количество предполагаемый остаток жизни индивидуума, это если мы говорим про конкретный анамнез конкретного человека. Но здесь же мы говорим про пандемию, то есть про более массовые истории. Это вопросы миграции, вопросы развития вообще болезней и их, условно говоря, доставки, да, если можно так сказать, их распространение. Когда у нас есть очаг в какой-то там далекой стране, как быстро та или иная болезнь с той или иной степенью контингенциальности, как он правильно называется, да, вот степень заражаемости может покрыть всю планету. Кроме того, ученые из Технологического института Вирджинии в США пытаются решить отдельную проблему моделирования эпидемии с помощью искусственного интеллекта. Именно так можно точно представить сложности поведения человека во время вирусной вспышки. Исходя из этого, при традиционном моделировании люди должны каким-то образом представить процесс принятия решений человеком. А сделать это практически невозможно, учитывая то, насколько разным может быть их способ справиться со стрессом во время болезни. В рамках своего исследования, которое в настоящее время находится в предварительной печати, исследователи смоделировали эпидемию в городе под названием Дьюбери-Холлоу с помощью вымышленного вируса под названием Катасад, чтобы избежать возможных предвзятостей при использовании чат-GPT. Они исследовали, как люди, решившие оставаться дома или нет, могут повлиять на модель эпидемии, представляя сценарий и личностные характеристики различных предполагаемых агентов. Они обнаружили, что эти люди, наделенные генеративным искусственным интеллектом, в симуляции имитировали реальное поведение, такое как карантин при заболевании и самоизоляция при росте случаев заболевания. Уже относительно старая технология. Ученые давно используют машинное обучение, давно используют уже математические модели для прогнозирования тех или иных событий как в медицине, так и в других сферах. Стоит отметить, что пройдет еще немало времени, прежде чем эти модели искусственного интеллекта можно будет использовать для прогнозирования будущих эпидемий, в том числе так называемой болезни X. Однако разработки будут продолжаться и совершенствовать наших виртуальных помощников. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости.